Стоянку грузового транспорта на улице Московская могут запретить по ночам. Это коснется автомобилей, грузоподъемность которых свыше 1,5 тонн. Запрет планируется ввести уже в августе. Сейчас вопрос безопасности дорожного движения обсуждается в администрации. Представители власти совместно с сотрудниками ГИБДД проводят комплекс мероприятий. Вероятно, что в ближайшее время на Московской установят ограничивающие знаки. Ведь грузовики, которые незаконно въезжают в Люберцы и паркуются на этой улице, создают предпосылки для аварийных ситуаций. Напомним, последняя авария в этом месте произошла 18 июля. В ней погиб мужчина. Его легковушка врезалась в стоящий у обочины грузовик. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.